Виглядати модно можна де завгодно, і вдома, і в офісі. Андре Тан розкриває кілька секретів, як, маючи мінімум одягу, виглядати максимально різноманітно. Спонсор показу – торгівельна марка «Тоніка». Піклуйся про своє волосся. Генеральний спонсор показу – торгова марка «Мері Кей». Наступило новое доброе утро, а это самое время сделать его модным вместе с нашим спонсором Mary Kay. И сегодня мы поговорим о деловой одежде. Если вы не знали, деловой стиль не позволяет появляться на работе два раза подряд в одной и той же одежде. Не то все решат, что вы не ночевали дома. Но это не значит, что в вашем гардеробе должно быть минимум 300 костюмов. Достаточно приобрести 3 юбки разного покроя, пару костюмов, двое брюк и несколько блузок. Главное правило – все эти вещи должны сочетаться между собой. Дальнейшая задача очень проста. Подключите свою фантазию и играйте вещами из своего гардероба, дополняя их модными аксессуарами. Как же должна выглядеть деловая женщина? Предпочтение лучше отдавать костюмам классического стиля, в котором форма и линия просты и очень-очень лаконичны. Лучше воздержаться от ярких расцветок, также полностью от черного и белого цвета. Юбки не должны быть слишком короткими и узкими. Когда в деловой среде говорят о длине мини, то имеют в виду исключительно итальянский вариант, то есть на 2 пальца выше колена. Вообще приталенная и облегающая одежда, которая кричит «возьми меня», просто полностью запрещена в большом бизнесе. Итак, запомните 5 стилевых ошибок деловой женщины. Первое. Скажите «нет» темным колготам со светлыми туфлями. Второе. Никогда не надевайте колготы под обувь с открытым носом. Третье. Никто никогда не должен слышать стук ваших каблуков. Набойки не должны быть железными. Четвертое. Откажитесь от прозрачной одежды. И никакого яркого макияжа. Это 5-й пункт. Чтобы создать идеально деловой макияж, достаточно воспользоваться тушью сенсации с удлиняющим эффектом, а также подчеркнуть губы нежным блеском для губ, а скулы минеральными румянами. И не забывайте, если вы выглядите безупречно, возможно, вы скоро получите повышение, даже не прибегнув к нашим любимым кожаным стрингам, которые мы делали в прошлых наших рубриках. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан, а также стринг-мейкер. Увидимся совсем скоро. Пока!